Минувшие выходные в Твери выдались по-настоящему спортивными. На набережной Афанасия Никитина прошли сразу несколько соревнований. Среди них фестиваль гребли на лодках класса «Дракон» и турнир по баскетболу. Поддержать участников пришли советник президента России Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Десятки регионов, около 350 участников и бесконечное количество положительных эмоций. В таком антураже проходил один из самых масштабных фестивалей гребли на лодках класса «Дракон» в истории Твери. В заездах принимали участие не только профессионалы, но и любители. А первыми по традиции на старт вышли дети с ограниченными возможностями здоровья. Детям это тоже очень важно. Быть в социуме – это всегда как праздник. Вот. Эмоции, конечно, зашкаливают. Вот. А потом всегда очень приятно, что все победившие, проигравших нет. Первыми к финишу пришли воспитанники Кашаровского детского дома. В этом учреждении занятиям спорта уделяют особое внимание. Благодаря гребле у детей появились улучшения в развитии, некоторые даже смогли подняться с инвалидного кресла. Об этом участникам фестиваля рассказал советник президента России Владимир Васильев. Здесь есть лодка, она сегодня не участвовала, с именем Валентины. Валентина – это директор Кашаровского детского дома, который разрешил ребятам заниматься на воде. Это вообще было запрещено всеми инструкциями. Но после этого дети стали очень серьезно прибавлять в развитии. Мне сейчас сказали, 15 человек заговорили, которые не говорили. Владимир Васильев, а также директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова также приняли участие в заезде на дистанции в 200 метров. Команда Владимира Васильева стала второй, лодка Юлии Сарановой пришла к финишу третьей. Но мне кажется, мы как вдохнули на старте, так выдохнули только после финиша. В какой-то момент команда начала скандировать раз, 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 да, и учитывая, что в нашей лодке опытных гребцов было немного, то это было боевое крещение, которое мы, мне кажется, прошли просто на ура. Также в этот день Владимир Васильев и Юлия Саранова на площадке близ городского пляжа пообщались с участниками проекта «Дворовый тренер». А на баскетбольной площадке кандидаты дали старт турниру «Оранжевый мяч». Примечательно, что соревнования прошли на обновленной баскетбольной площадке, благоустраивать которую недавно помогли в том числе и волонтеры.